Обнаружены новые видеозаписи, где косвенно подтверждены нарушения на избирательных округах. На этот раз снова 26-й, все по классике. Бутылка водки или же 1000 рублей. Да, сейчас пошел. Вот, дали. А, и вы проголосовали, да? Ну, ясно. На этом видео счастливые лица людей, которые только что отдали голос за одного из кандидатов в депутаты городского совета по 26-му округу. По словам женщины, которая стала очевидцем подкупа людей, молодой человек агитировал за Геннадия Бадмаева. Ну, я проходила мимо, видела, как молодой человек в тетрадку записывал фамилии, имя, отчество и адреса, спрашивая, вы проголосовали за Бадмаева? И эти дяденьки потом, я спросила, почему вы так делаете? И мужчины, которых спрашивали, они сказали, он нам рубль обещал. Вот я говорю, и дал рубль? Он говорит, ну нет, пока не дал. И потом дедушка, которого молодой человек отвел в сторону, пришел с пакетами и с бутылками и сказал, вот нам дали. Если вам известны случаи нарушений на выборах, отправляйте фото и видеосъемку на адрес редакции.